Че за окей? Компромат, да. Три часа спал, правда. Александр, вы в прошлый раз не ездили на контрольный матч. Как вы думаете, готовы ли к этой игре вы? Думаете, вы выйдете в старте? Не знаю. Смотрите, ребята, правильная подготовка к игре, иматоген. Большой витамин. Орешка здесь. Саша Ше. Бас. Кирилл Б. Как трава, пацаны? Хорошая. Настоящая. Шипейки на улице, шипейки на улице. Чё, как поле? Да. Большой. Денис Грибанов, нападающий, который в отпуске находится в данный момент. Денис, да. Ваш прогноз по игре? Я думаю, безусловно, победа. Чья? Салюта, конечно. Сколько ставишь счет? Думаю, не меньше 3 голов. Не меньше 3? Кто забьет, по-твоему, сегодня? Денис Дегтев однозначно, наверное, Илюшка Молтынинов. Ну и думаю, Дима Бочаров выйдет на замену и забьет. Не забывайте, не забывайте. Концентрация. Концентрация не важна. Все время будет внимательным в этом. Поле, смотрите, нужно привыкнуть к полю. Если всегда говорю, будь вместе. Вы если придете вместе, назад отходим вместе. Вместе атакуем, вместе обороняемся, чтобы была все время команда. Не, не важно. Тройка! Крюков! Где ваша тройка? Хорош, ты, хорош, молодцы! Просвет ниже! Просвет! Хорош, Борик! Своему! Хорошо! Хорош, Боря! Хорош, Матвеев! Не плюнь, не стойка, не плюнь! Шипа, бросай защитника! Шипа! Давай,
хорош, Лёр. Сам Илюха топи. Как нога, Сань? Ушиба нет? Ушиб, наверное, не ушиб. Попухло лучше. Слёдик надо держать. Давай, давай, давай. Ниша! Разговаривай!